what you said you didn't receive. What you said Mike you didn't need. That girl is a real crowd, please. Хей Ютубу, хей ВК, с вами Apple32, и да, это у нас 7-я серия челленджа в Hello Neighbor, я на Valve 2, потом я вот, получается, следующую серию, последнюю засниму, сегодня же, и потом еще 4 серии в Pre-Alpha и еще 4 серии в Valve 2, в общем, не суть. Короче, это челлендж у нас от Гордея Скворцова Official, да, вот так прямо пишется, с одной буквой C и через O, я хз, почему так, ладно, не суть, в общем. В чем заключается его челлендж? Я должен пройти игру без стен. То есть я должен пройти всю эту игру без стен. То есть без стен в доме, вообще без каких-либо. Но знаете, честно признаюсь, попытался это сделать, но... В общем, смотрите, что еще получится. Смотрите просто, что еще получится. Destroy target. Да, получается. Помимо стен... Убирается еще и пол. То есть, да, убирается еще и пол, помимо стен. То есть, да, ребят, вот такие вот пироги. Поэтому, да, начнем, короче, проходить. Нам нужно сейчас сосед загнать, сосед. Иди сюда. Давай. Все, отлично. Ключ выгранен. И хотя вор. Так. Теперь. Пусть он идет. Там идет. Никого не трогает. А я вот сюда пройду пока. А, смотрите-ка, то есть. Блять. Ты меня испугал, дядь. Да, все-таки без стен, походу, будет трудно это сделать. Ну ладно. Так. Бегом. Беги, давай, беги. Я взял лом. Нет, я не взял лом. Серьезно, не взял лом. Почему так, блин? Почему я не взял лом? Почему так, блин? А, стоп. А чё я туплю? Зачем мне брать вообще какую-либо отмычку сейчас? Понятно, нет, все-таки нужно, да, все-таки нужна отмычка, понятно. Хорошо, понятно, все-таки отмычка все-таки нам нужна. Так, теперь откройся, гаечный ключ бери, пошел в очко. Скотина, поймал меня. Да пошел ты нафиг, а? Ну, Петр, ну что ты как это, ну хватит, ну нет. Все, я сейчас буду чисто по стелсу. Да ты заколебал, ты бесишь меня. Меня трясет от тебя, Петр. Понимаешь? Ты мешаешь моему личному пространству. Ты мешаешь моему личному благополучию. Понимаешь? Ты мне мешаешь. Ты мешаешь моему личному благополучию. Это нарушение, между прочим, прав человека. Так что пошел в очко. Спасибо. Спасибо. То, что хоть в этом меня понял. А, слава богу, ему что-то до крыши не окажется. Так, хорошо. Хотя... Кстати, а чё будет, если destroy target? Ну-ка, destroy target. О! Ребят, короче, я придумал всё кое-что. Ща я придумал кое-что. Смотрите. Смотрите, короче, просто. Насколько я офигенную штуку придумал. То есть, смотрите, я осложнил себе немножко задачу. Даже не немножко, а очень даже. Мне нужно сейчас попасть прям ровно на этот столик. И я на него попал. О, чудо! Пошел нафиг. Иди, блин. Да иди ты нафиг, да чё ты вечно тут проходишь? Иди, не мешай мне. Охренел уже совсем. Охеренный, блин, домик. Просто, вот он мой пряничный домик, и вот это вот, блин.
Хотя на самом деле, если бы я не удалял все это, тогда бы у соседа было намного лучше. Дом так. Тихо. Пау. Какого хера? Все. Все, челлендж выполнен, да. Я красавчик. Все, ребята, челлендж выполнен. Пишите челленджи в комментариях. С вами был я, Apple 32, и всем пока. Хуй.